Банде Гуру Пададвандам Бхактабинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранадаям Гопияно Самаюктам Бриндаваном Манохар Ванча Калпатаруваша Кипасинду Певач Атитананг Павани Бхавишна Вибхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вача Ланг Пангунг Ланг Хатагирим Ят Кипатам Аханг Банди Парамананда Мадвам Бриндави Тулсидеббай Пиявай Кесава Сача Кришна Бхакти Паде Деви Сатта Баттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наран Чайва Нараттамам Девин Сарасватин Васам Тату Жайо Мудире Санкиртане Кришна Катху Падеше Гаурия Патрашо Пракасане Чаха Садану Ракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамадакша Джагод Барун Дхайям Сада Парибхавагнам Авишта Духам Тетхас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Бхитаттихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурусате Чаруна Равиндам Ятпада Паллавана Качанда Маничхатая Бисфуриджита Кимапикапавадушва Дарши Пурнанурагроса Сагро Сарамурти Сарадхикамай Кадакикам Кароси Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактабинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактабинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Хари Аджануламбита Бхуджо Канука Бадату Санкиртаной Кавитаро Камала Хитакшо Вишамбаро Диджаваро Джугадхарма Пало Банде Джагат Приякаро Каруна Бхатаро Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари, Хари. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипарупам Муктин чамуктин чадада синитам Бхаванурупе насада наранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара бивушихи тобам бхагам Нараяно прияманунга мада пахарам Варанаси Пурапати Бхаджави Санатам Вагиша Джошва Бадане Лакшмир Джошвача Бхакшаши Джастьясте Хидай Самбит Пам Нишингамахам Бхаджи Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Хари, Хари,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Bhangshi Vibhushita Karad Navani Radavad Pitambaradur Novimba Faladharavastha Purnendu Sundara Mukhadara Vindanabhad Krishnat Param Kimapitattamaham Najane Krishnat Param Kimapitattamaham Najane Bhangshi Vibhushita Karad Navani Radavad Pitambaradurna Bimba Faladharavastad Purnendu Sundara Mukhadara Vindanabhad Krishnat Param Kimapitattamaham Najane Krishnat Param Kimapitattamaham Najane Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Jagat Prabhupada Paramahansa Jagadguru told, with anartha, it is quite impossible to do Krishna bhajan. With anartha, nobody can do Gaudiya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что с анартхами никто не может совершать Кришна Бхаджан. Это наша первейшая необходимость устранить все анартхи из нашего сердца. Те, кто дают наставление нам, что возможно совершать Кришна Бхаджан, что говорить об обычном Кришна Бхаджане. И вот, в общем, те, кто говорят, что можно совершать любой Кришна Бхаджан со всеми анартхами, то они совершают дживахимса. Анартхами это практически невозможно совершать Кришна Бхаджан. Даже Нараян Бхаджан невозможно совершать с анартхами. Или баджан на любой вишну татве. Мы должны возвыситься до того уровня, когда анархи оставит нас. Это все чинмай татва, сачитананда, чинмай татва. И в этом случае обусловленные души не могут совершать идеальный Кришна баджан, но мы имеем надежду, поскольку наша Рупануга Гурвага, как Шрила Бхактина Такур, Шрила Прабхупад, они помогают нам. Вчера я забыл сказать пару вещей. Когда ушел, я вспомнил и решил сейчас рассказать о панартхах, эту тему, которую не закончили вчера, и после этого продолжим. И вот я сказал, что анартхи могут быть разделены на четыре части. Я хочу напомнить вам несколько вещей, я забыл. Вот первое то, что анартхи могут быть категоризированы на четыре категории. Сауви-бам, Сат-тришна, Апаратхи и Хридоя-дурболи. Я уже сказал об этом. И после этого я подумал, то, что Сауви-бам тоже может быть разделено на четыре категории. Сауви-бам. То есть это заблуждение о собственном «я». И вот «сварубам Кришне», заблуждение о Кришне, ошибки, концепции о форме Кришны, неправильное представление о самом себе, и также неправильное представление о садья садхан-татве и все негативное.
Садья Садхантатва. Садья Садхантатва. Мы должны знать ее сварупу. И также все негативное это Садхантатва мы тоже должны знать. Если мы не знаем, тогда с этим Садхан-бхаджан мы окажемся в замешательстве. So, anukullasya sankalpa patikulla vivarjana. И вот. It's not a matter of joke. Вот эта шлока, это непростая шлока. Anukullasya sankalpa patikulla vivarjana. It's very easy to pass lecture. По ней может просто говорить какие-то лекции, но если погрузиться глубже в философию, то далеко не так все просто, очень много грани. It is almost impossible for bonded soul. И для обусловленной души практически невозможно определить, разделить все. Если мы на миллиметр окажемся на негативной стороне, то это может стать причиной нашего падения, или если немного на позитивную сторону, это будет причиной нашего духовного роста. Это подобное искусство. That's why we know. И поэтому мы знаем с наших шастр, что тот, кто совершает Кришна Бхаджан, он очень умен. Мы думаем, что мы умны, хитры, но в соответствии со своими собственными представлениями разумности, каждый считает себя разумным. Но Шрила Прабхупада, он самый разумный из всех, или Шрила Бхактивинода Тхакур, Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж, или Шрила Кешава Госвами Махарадж, или Шрила Бхакти Прамод Пуридева Госвами Махарадж. Это наш... Кто-то не может понять их величие, поскольку вайшнавы, они не... делают ничего на показ. Даже после того, как Шрила Прабхупада основал 64 храма по всему миру, большинство в Индии, но все же Шрила Прабхупад говорит, что я не Шкинчан. Люди, они пытаются бороться со мной, у меня ничего нет, нет никакой враждебности никому. И вот Анукули, вот эта шлока, она описывает собой искусство. Мы должны изучить его от Парамахамса, преданных, от Парамахамса, как совершать баджан, как Гуру Кишордас Бабаджи Махарадж. И вот иногда к нему приходили какие-то материалисты, спрашивали, почем рис сейчас, почем землю продают. И таким образом он тоже отвечал, задавал такие простые вопросы, хотя это было ему совершенно неинтересно. Гуру Вайшнавы не могут видеть сердце преданных, их нельзя дурачить. So Jayan Vishnu, Jayan Krishna Bhajese Hai Varo Chatur. He is doing Krishna Bhajan very clear. Те, кто совершает Кришна Бхаджан, они очень умные, очень разумные. Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад перед тем, как оставить свое трансцендентное тело, перед тем, как оставить этот мир, он выражал такую озабоченность. Он говорил, что хотел дать нам много сокровенных вещей, нам всем. Но ситуация не позволила говорить о сокровенной сути Хари Бхаджана. И вот будьте осторожны.
относительно Кришна Сарупы, может быть, мисконцепция, такое неприватное представление о форме Кришны, о своей форме, о своей духовной форме, о самом себе. Если мы если мы осознаем свое подлинное истинное Я, то мы поймем, что единственная обязанность, которая у нас есть, это служить Гуру Вайшнаву и Бхагавану. И вот относительно Гундича, Марджан, Лила, те, кто не смогли очистить свое сердце, или, может, очистили наполовину, или, может, процентов на 70, на 80, или даже на 90, или даже на 99, все же 1% осквернения может остаться. И в этом случае советуется служить чистым Гуру Вайшнава. Махапрабху говорил вчера, что мы должны служить Гуру Вайшнавам, вот, кормить их и что-то еще делать, что они захотят. И вот как... Наши личные персональные попытки на пути баджана не столь значимы, но все же мы должны это делать, поскольку милость, она о двух концах. Она приходит к нам, но и мы также должны принять, схватить эту милость, стремиться к ней. И вот много раз Шрила Прабхупад говорил, что те, кто говорят, что у них есть какая-то независимость, то Шрила Прабхупад How Guru Vaishnava going to save you? Шрила Прабхупад говорил, что те люди, которые заявляют, что у них есть независимость, какой-то очень склонность к независимости, делание того, что сами захотят, то Шрила Прабхупад говорит, что не имеет никакой связи с такими людьми. Любовь Гуру Вайшнавов, она больше, чем любовь многих миллионов отцов и матерей, которые были у нас во всех прошлых жизнях. Любовь и забота Гуру Вайшнавов, она трансцендентна. Как вчера я пел киртан. Душа, она подобна маленькой рыбе в этом бесконечном материальном океане. И вот эта душа в форме рыбы чувствует себя удобно в этом океане майя. И те, кто ловит эту рыбу, они ловят, привлекают ее какой-то приманкой, на крючок она попадается. И Гуру Вайшнава. Также мы подобны рыбе в этом океане, и Гуру Вайшнава, они привлекают нас чем-то. И is the original, not like Maya, affection. If you can go away from Guru Vaishnava, you cannot forget. И мы привлекаемся их очарованием, их чувством, их любовью и заботой к нам. И вот их. If they like to bring you here by mental attraction, they can bring you. You like to do something, you prepare, plan to do something, you cannot do. Magnetic, they can pull you here because not by making a slab, these are not affection. Гуру Вайшнава не могут привлечь своей любовью, они подобны магниту. Махапрабху, он хотел дать нам урок
показать нам, что такое вайшнава этикет, то как мы должны с каким чувством относиться к Джаганнатху, к Кришне, Джаганнатх. Он Нанданандан Шри Кришна. В нашем Гауди Даршане я обсуждаю это. Но в начале всего мы должны показать, пересмотреть то, что, о чем я говорил, о четырех видах анарх, и вот среди них сварубибрам тоже можно разделить на четыре категории. Потом следующая была асад-тришна. Асад-тришна — это... Если сейчас я более подробно объясню, в этом теле у нас, находясь в этом теле, у нас есть какие-то желания. Мы хотим обрести что-то после оставления этого тела также. И в этой жизни мы пытаемся как-то что-то сделать, какое-то сукрити, какое-то, точнее, не сукрити, а пунью накопить, чтобы в следующей жизни родиться в более благоприятных условиях. Но такие люди не знают, что небеса, райские планеты, они не вечные. Когда наше пунья, количество плодов от благих дел кончится, то нам нужно будет вернуться опять назад. И это очень опасно, поскольку люди привязываются к каким-то хорошим условиям. Например, если жили при хорошей температуре, градусов там 25, потом если они оказываются при 40-50, то страдают. Ну или наоборот, если слишком холодно, то страдают. You need not go to bath. 46-47 degree there. Only Harikatha, Kita. This Govardhan Giriraj, there. Like a beggar. Follow. This is the arrangement of Bhagavan. I am very lucky. Or still I am not lucky because I am getting the chance. But still I cannot avail the chance. I cannot utilize properly. That is my weakness. Верховный Господь дает нам шанс, но не каждый может воспользоваться им. Кому-то анархи мешают, кому-то что-то еще. И вот я уже сказал, то, что есть четыре вида анарх. И после этого есть вот сварубибрам, асад-тришна. В этой жизни стремление к каким-то лучшим условиям в этой жизни и в следующих, потом вибхути, какое-то могущество люди хотят обрести, какую-то силу. И вот я уже говорил вам, Шивадас Бабаджи Махарадж, Голоки Шивадас Бабаджи Махарадж, у них они... Они не придавали никакого значения этим йогическим совершенствам, хотя иногда проявляли. Как Бхагаван Дас Бабаджи Махарадж, он кого-то бил палкой, хотя внешне... Никого не было, такой-то человек пришел и увидел, что... Бабаджи Махарадж кого-то бьет, бегает с палкой, кого-то бьет непонятно. Но потом он выяснил, что какая-то коза во Вриндаване ела туласи, и Бабаджи Махарадж ее прогонял. Хотя физически он был в Навадвипе. И вот там во Вриндаване, в Говиндамандире, какая-то коза залезла в сад Туласи, и Бхагаван Дас Бабаджи Махарадж искал, точнее, он прогонял ее. И Гуру Махарадж, я много раз слышал, что Гуру Махарадж спрашивал,
Я служил ему смиренно, как собака. И вот я спал рядом с Громхаджем на мешке от картошки, поскольку нужно было очень чутко спать и слушать Громхаджу, если он проснется. И вот Громхаджа был очень такой прекрасный даршан, он видел все, что происходит в храме. И вот по воле Нитянанды я увидел все могущество Гурупад Падме. Он мог, сразу понимал, что где происходило во всех храмах. Вот Гопинат Гадиматха однажды в Бихале какой-то бестолковый пуджари задел светильник, тот упал и зажег одежду Гирираджа, и тот сильно обжегся. Гуру Махарадж сразу же это почувствовал. Там какой-то брамачари занимался какой-то ерундой ночью. Потом он позвал этого брамачари, но и тот не смог смотреть ему в лицо. You can also become powerful, like fire, when all karma can go away from you. Мы тоже можем стать могущественными тогда, когда все вожделение, все посторонние желания, они уйдут из нашего сердца. What kind of enormous energy, power is there inside you? Only you need to. Огромная энергия находится внутри нас, но мы должны обнаружить ее по милости Гуру Вайшнав. И вот Асат Кришна я разделил ее на вот эти категории, потом Вибути. Вибути – это тоже обширная тема, Махарадж статью написал недавно. Что-то стремление к восьми йогическим главным совершенствам и десяти второстепенным, оно не благоприятно. Но они, естественно, находятся с Гуру Вайшнавами, потом мукти, стремление к освобождению. Кто-то в этой жизни хочет достичь какого-то освобождения от чего-то. Next slide. Aishana, aishana, meaning thrustiness for enjoyment. Bhuti kamana, and after that, mukti. Mukti already I told you what to speak about sajujya mukti, even four other Потом мукти, что говорит о саюджа мукти, другие виды мукти, тоже не одобривается. Потом аппаратхи оскорбления, я говорил о них вчера, что мы должны избегать всяческий аппаратх в адрес Верховного Господа, Его святого имени, Его спутников, Гуру и Вайшнавов, и даже оскорбления в адрес обычных людей мы тоже должны избегать, поскольку по сварупе все так или иначе они произошли от Вишну. Вриндавана Стакур Махашива пишет, что те, кто признают или не признают, но так или иначе все вайшнавы в той или иной форме, поскольку все они произошли от Вишну, может, они отклонились на какое-то время, следуют какому-то христианству, буддизму или еще чему-то, но так или иначе все равно они все происходят от Вишну. Мы очень удачливы, но не каждый может воспользоваться своей золотой возможностью, чтобы услышать Галокование Шрилы Прабхупады. Кто я, чтобы говорить Харикатху? Я только молюсь лотосным стопам Гурварги, чтобы они явились в моем сердце и
И чтобы харикатхана явилась в моем сердце, и вот Махарадж вчера рассказал вот этих видах аппарат. Кришна пребывает в каждом сердце. Кто-то может спросить, как апаратхи получаются из воли, эти обычные люди, они как бы не вайшнавы, просто какие-то люди, но так или иначе, Верховный Господь пребывает в каждом сердце, поэтому никого не нужно оскорблять. И Бхагаван сказал удавить те, кто занимается насилием над живыми существами. То есть те, кто занимается насилием над живыми существами и поклоняются мне, что толку от такого поклонения? И так или иначе, в тонкой форме это оскорбление дживахимса, насилие над живыми существами. Я еще хочу более подробно обсудить. Сегодня очень благоприятный день, есть у нас тема Ратха-ятра главная. Everybody forget. Huh? What I told you. After Asatishna, then after that Aparad, after that there is, you know, main thing, you know, what is called? Huh? Hidadu. Потом следующее было хридурбалья, слабость сердца. Она может тоже разделена на четыре категории. Вот вчера я забыл одну категорию. Туча сакти, привязанность к каким-то мелочным, дешевым вещам. Вот после туча сати, кутинати, если лицемерие, создание конфликтов по любым мелочам к этому относится тоже. Я говорил, Харибаджан — это наилучшее и наипростейшее. Нет ничего более простого, чем совершать харибаджан. Но все же, кто может делать? Ну, люди все равно стремятся заниматься какой-то политикой в различных обществах, храмах. И вот некоторые люди, даже вроде бы находящиеся на духовном пути, все равно занимаются политикой, но заниматься харибаджаном гораздо проще и благоприятнее. В Шри Чайтанья Чайтамрите говорится, что единственное, что нам нужно, это для совершения Кришна-бхаджана. И вот Кришнадас Кавираджа Госвами говорит: и вот Кришнадас Кавираджа Госвами говорит, что для Кришна Бхаджана нужно одно. Мы должны служить Кришне всем сердцем, с любовью. This is not a big issue. But how you are giving?
И вот Санатан Госвами, он предлагал Кришне даже не чапати, а просто шарики из теста кидал в огонь и предлагал без соли, а тогда Гопал просил хотя бы соль предложи вместе с этими шариками, запеченными в костре. А Санатан сказал, что сегодня соль идти надо, завтра сахар, а послезавтра еще что-нибудь, поэтому, а мне ничего нет, поэтому есть что дает. И вот в Бхагаватам есть множество примеров. Один бедный преданный, у него ничего не было, что можно было бы предложить Бхагавану, но Господь пришел к нему со всеми своими спутниками. Тут начал плакать и пришел ко мне домой. А мне нечего предложить. И вот он пошел в лес, набрал каких-то цветов и плодов и предложил Кришне. Кришна был очень доволен каким-то образованием, деньгами, властью. Нельзя удовлетворить Бхагавана только чистой любовью, чистой преданностью. И вот эта хридая-дурбалья, слабое сердце, может разделено быть на четыре категории также. Туча-шакти, стремление к мелочи, какие-то мелочные привязанности, кутинати, лицемерие. Мацарджи, зависть. Потом сапратишта, стремление к персональной личной славе. Это же обширная тема, я кратко расскажу обо всем. И вот пратишта, аша, мацарджа. Это самое опасное в нашей жизни стремление к славе. Если буду объяснять, начиная с тонких вещей, то тоже обширная тема. И вот это пратишта аша может породить ненависть кому-то и ко мне. Тоже, может, кто-то из-за меня не получает достаточно славы, и такие люди пытаются опозорить своих противников, как-то оскорбить их. И вот туча шакти, Mascharjo and Shapati, Shapratishtha, personal Pratishtha, so dangerous. И вот это зависть и стремление к персональной славе очень опасны. Люди ради этого совершают множество оскорблений. И вот поскольку вчера я не закончил говорить на эту тему, сегодня продолжаю. И главное, то, что мы думаем, что физическое насилие – это дживахимса. Кто-то убивает живых существ, как-то вредит ментально или физически, или еще как-то. Но Шрила Прабхупад говорит, что это не настоящая дживахимса. Выглядит, конечно, отвратительно, но дживахимса в истинном смысле это если кто-то дает наставление дживе, какой-то ачарья, направляет их на неправильный путь, это есть дживахимса, обман живых существ, это есть дживахимса, который под видом духовности направляет их совершенно в другую сторону. И вот это главная цель таких людей, чтобы отвратить людей от духовного пути под видом кармы, гьяны и еще чего-то.
чтобы просто удержать своих последователей ради каких-то корыстных целей. И вот главная цель таких так называемых проповедников, лжепроповедников, чтобы отвратить людей от духовного пути, от настоящего духовного пути. И вот они находят какие-то слабости в людях и привязывают их к себе. Ловят такие ловушки. И вот в своей жизни сталкиваются с такими. И вот они пытались меня всячески поймать, но Гурудев не всегда защищал. Гурудев всегда благосклонен ко мне. Вот, по гороскопу Махараджа тоже брихаспати очень сильный. Поэтому ни на какие провокации он не поддавался. Servant forever. Ever when? So long you are. And after that also, you, because you are in bondage state, living body, again you can become servant. Ну, в общем, такие лжепроповедники всячески пытаются занять людей в служении себе с помощью множества ухищрений. Ну, и терпеть не могут, когда те следуют какому-то настоящему духовному пути. One dog can also earn money. One dog. Собаки тоже могут зарабатывать деньги. Даже больше, чем многие люди иногда. Вот в Англии, в Скотланде собака работает в полиции с очень большой зарплатой. У нас даже премьер-министру столько не платят, сколько там собаки в полиции. И поэтому зарабатывание денег не столь... Не цель нашей жизни. Мы должны думать снова и снова. Та причина, по которой мы пришли сюда, приехали столь издалека. А почему вы пришли ко мне? По какой причине? У меня нет ничего материального, что я могу дать вам. И вот обычно люди думают, то, что физическое насилие – это дживахимса. Но Шрила Прабхупада говорит, давать наставление о гьяне, карме, йоге, каких-то ритуалистических действий занимать людей в каких-то ягах, каких-то материальных благ, но они не знают, что эти, все такие действия станут причиной вашего падения. И вот такие люди в итоге попадают в такие ловушки и отклоняются от духовного пути. Я не всех могу защитить, я, конечно, пытаюсь, но не всегда получается. И чтобы защитить, чтобы кого-то спасти из воды, вот он еще человек, ему хотя бы руку надо протянуть. Ну, тонущему тоже надо схватиться за эту руку. И таким образом сотни тысяч людей, так называемых преданных, они приходят на духовный путь, но не могут устоять на нем. Get banished. He's passing remark. Passing such a remark, I cannot speak, I feel sorry. Sambhava is this. I am not feeling.
After that, when I speak about the absolute truth, he couldn't digest, dysentery develop, die. Gone. Used to love me so much. Do so many seva. Not monetary, computer seva, so many things. So they don't know at all. They never heard Harikatha. You can say what you say. They never, yes. Yes, by touching Prabhupada, I can say they never heard Harikatha. If at all they can hear Harikatha, they can keep track with me. Если кто-то слышал настоящую Харикатху, то они, услышав, могут продвигаться дальше по этому пути, но не каждый может услышать и понять настоящую Харикатху. Таких очень мало. Сколько людей может принять такую высокую сиддханту Шрилы Прабхупады? Множество людей хотят быть обманутыми и обманываются. Стремятся к каким-то простым материальным вещам, к славе, почестям, а не к чему-то настоящему. И вот сейчас мы пришли к тому, что Махапрабху вчера сказал, что те, кто дают советы относительно кармы, гьяны и всего остального, пытаются всячески привлечь людей в свои сети, то есть такие люди пытаются как-то отвратить людей от духовного пути, чтобы они приносили им какую-то прибыль, в этом их цель. И что такие люди проповедуют? Чтобы обрести деньги, больше и больше денег, если вы заинтересованы в проповеди, почему бы не отправиться проповедовать вас сам? Там достаточно бедные люди, Асами, Бихари, Арисе, Арисе, Шилапури, Госвами Махарадж, Бхактивайпапури Махарадж, он проповедовал в Арисе. Какие-то проповедники пытаются дурачить весь мир, и как можно говорить о них, что они милосердны. То есть какие-то люди могут одурачить весь мир, но не Шрилу Прабхупаду и Бхактивинода Тхакура, они видят все, что есть на самом деле. И таким образом, относительно Дживахимсы, я что-то скажу и вернусь к теме Ратха-Ятры. Почему Ратха-Ятра столь важна для нас? Шрила Сачидананда Бхактивинода Тхакура сказал, то, что Пурушоттам Дама Нилачала, это наивысшее место Випралам Прабхавы. И также можно вспомнить, я много раз говорил, что Гаудия Бхаджан — это чувство разлуки, плач с начала до конца. Гаудия Бхаджан значит Бхаджан в разлуке в Випралампе, с чувством разлуки. Мы должны плакать весь день, но мы не плачем, а радуемся в этой майе. Но Гуру Вайшнавы, они хотят спасти нас от влияния этой майи, как народом так говорит.
Вот как в своем киртане Наротам Такур он говорит: «О Гурудев, если вы сможете взять меня за волосы и вытащить с этого океана Майи и поместить в Раджа-даму, то тогда вы спасете меня, иначе моя жизнь закончится». Наротам Такур говорит так, со смирением. Чампака Манджари, вечный спутник Радхарани, он говорит: «Когда я могу увидеть Вриндаван?» Когда? Хотя вроде он уже во Вриндаване вместе с Дживой Госвами Падом. Но народ там так его пишет, такие слова в своем киртане. Когда Нитянанда дарует милость, когда материальные желания, привязанности уйдут с моей жизни, когда? Когда я смогу иметь возможность созерцать трансцендентный Вриндаван, когда я обрету эту возможность, когда я обрету служение во Вриндаване. И чем больше вы чувствуете смирение, тем больше милости вы обретете от Гуранги Махапрабху. И это ключ к успеху. И вот Джаганнатх Дев снаружи, посторонние люди думают, что он Нараяна или Дваракандиш. Но мы, гаудии, мы всегда хотим видеть наш даршан под руководством Махапрабху. Мы всегда видим то, что Джаганнатх это Радха, а Алингана Виграхам. И вот Джаганнатх Аштаку, кто написал, кто-то говорит, что Махапрабху, кто-то говорит Шанкарачарья. Но очень вероятно, что Махапрабху написал, но Шанкара Бхагавана тоже нельзя оскорблять. Может, он написал, но не похоже, скорее всего. Махапрабху произнес эту шлоку, поскольку та бхава, которая проявлена в ней, она совпадает с бхавой Махапрабху. Шанкара, конечно, тоже много чего говорил, но не до такой степени. И вот что это значит? Здесь говорится, что Джаганнатх, он Нанданандан Шри Кришна, и в самом киртане говорится, вот здесь говорится, что у него флейта с левой стороны, одета в одежду гопи, павлина, перо на этого головного уборе. И посох, чтобы этих коров погонять. Вот. А обычное значение слова «го» — это органы чувств. Кришна, он контролирует их.
но мы не хотим быть контролируемы Кришной, в этом трагедия. И поэтому имя Кришна Ришикеш. Если вы какой-то день обретете вкус того, о чем я говорю, если я в какой-то день достигну успеха, чтобы вы обрели вкус к этому, то вы никогда не забудете. Я хочу дать вам этот нектар. И когда вы почувствуете вкус этого нектара, вы уже никогда не оставите меня. И таким образом, это Джагнат Аштака. Кто вот кто этот Джагнат, в Джагнаташ так и описывается, что тот, кто всегда пребывает во Вриндаване, и то те лилы во Вриндаване, которые он совершает, это как раз ну, и показывает, кто он есть, кто еще. И таким образом мы можем показать и доказать, что в соответствии с Гауди Даршаном под руководством Гуранги Махапрабху мы можем видеть, как Бхагаван Шри Кришна, он обнимает Радхарани, нашу гуру. Радхарани, она также гуру Кришны. Кришна всегда хочет поместить на голову пыль с лотосных стоп Радхарани. Он часто об этом говорит. И какое же представление у нас должно быть о Кришне, о Рада Кришне, о Божественной Чите? Это очень глубокое чувство, это очень глубокая философия. Кто такая Радхарани? Это не шутки, это не какая-то обычная женщина, это Сварупа Шакти. Кришна и Радхарани, они не отличны друг от друга. Кто Радхарани, она... Радхарани не отлична от Кришны. Сварупа Госвами, вся наша Гурвага, во всех шастрах говорится, даже в прославлении Бхагаватам я могу показать. Здесь, там говорится са-эва-са. Са, что значит? Са на санскрите значит... Са, значит, он. А если она, то ша. Ну, там буква С, но по-разному произносится. Са и ша, как-то так. Вот, ну, кто санскрита не знает, постоянно неправильно произносит слова. Чтобы читать Бхагаватам, у нас должно быть, наше сердце должно быть чисто, и язык должен быть очень легкий, и мог так с легкостью произносить все санскритские эти слоги и буквы. И сколько чистоты мы должны поддерживать, соблюдать все, чтобы всего этого достичь. Мы должны, дыхание должно быть легкое. У кого-то есть сердечная болезнь какая-то или с легкими не все в порядке, то они не могут читать вот, произведения на санскрите или из Ригведы, или из Самведы. Вот. То есть там еще это чтение с системой дыхания связано. Также с мудрыми это связано. Нужно все что-то делать, поэтому обычным людям не позволяется читать Веды.
другие не могут произнести правильно, это оскорбительно коверкать веды, поэтому не позволяется. Каждую шлоку с Бхагаватом, она начинается, продолжается несколько строк, 3-4 строки, и потом конец, это нужно на одном дыхании все произнести, но далеко не каждый может на одном дыхании все 4 длинные строчки произнести. И вот Радха Алингана Виграха — это даршан Джаганатха для нас. А что о Нилачале и Сундарачале? Я говорю о чистом даршане Гауранга Махапрабху и те преданные Гауди. Они думают о Джаганатхе, как о Нанда-Нанда Ниши Кришне. Хотя мы знаем, то, что Нилачал — это Дваракапури, а Сундарачал — это Вриндаван. И даршан очень глубок, и двумя словами сложно описать, но я попытаюсь. И вот из Двараки, вы знаете, Кришна ушел в Матхуру, и оттуда Кришна ушел с чувством разлуки. И вот это чувство разлуки, оно всегда в сердцах Враджаваси, и такая разлука, как можно ее потерпеть? Любое количество философии, любое количество объяснений этого мало. Даже Кришна не может объяснить. Кришна говорит, я побежден, я не могу ничего сказать. Я что-то чувствую, какую-то боль разлуки с Враджаваси. Я чувствую, какую огромную любовь они имеют ко мне. Нанда Баба Ешодама. Я никогда не... Если у меня будет бесконечная жизнь, и все же я не смогу отплатить моему отцу и матери за их заботу, за их любовь. Бхагаван Шри Кришна, он всегда чувствует, что я в неоплатном долгу перед своими преданными, что я могу им дать какие-то бриллианты, золото, что толку им от этого? Им это не нужно. Они хотят обрести единственное сокровище во всем мире. Это Кришна. И вот они хотят обрести Кришну. Что мы можем получить? Это наше чувство сейчас не может достичь того высокого уровня. Когда-то, если вы будете совершать баджан, вы обретете милость Нитянанды и Гуранги. Великое сокровище ждет нас, для нас Гауди. Но мы глупые, заняты какими-то мелочными материальными вещами в различных обществах. Стремятся к чему-то постороннему, как свиньи, они стремятся к тому, чтобы есть испражнения, постоянно их ищут. Для них это великий праздник, если они нашли много испражнений, уцов. Это их вкус и их праздник в поедании испражнений. Но и у людей тоже разницы нет, разве что еда в другой форме. И многие находятся в обусловленности. Некоторые, так называемые, достигшие освобождения, они тоже заявляют, что они
а что они освобождены, но разница между ними, что кто-то сидит, кто-то привязан железной цепью, а кто-то золотой. А по сути разницы нету. Просто условия каких-то обусловленных душ лучше, у кого-то хуже. И множество гуру, они тоже находятся в обусловленности еще очень часто, даже в худшей обусловленности, чем их ученики. Поскольку такой человек давно обманывает людей, уже привязался ко всему. А эти новички, их ученики только попали в его сети, поэтому не столь обусловлены еще. Не думайте, что я ваш враг. Это вот в этом и есть единственная разница, что кто-то привязан к золотой цепью, кто-то железной, у кого-то больше привязанности, у кого-то меньше. И для обусловленной души это практически невозможно осознать чувство Махапрабху, о чем я говорю. Под руководством Шрилы Прабхупады Бхактивинода Тхакура, что я хочу сказать. И осознать чувство Шриманы Махапрабху, Радха-ятра, это не шутки. Это очень серьезная тема Випраламбхава, чувство Випраламбхи, чувство огромной разлуки. Может быть, время позволит, и в будущем я более подробно расскажу об этом. И вот Махапрабху проявляет Радхабаву, иногда Манджари Бхаву, иногда Сакхи Бхаву, иногда Радхабаву. И таким образом с Радхабавой Махапрабху он организовал эту Гундича Марджан Лилу. Она происходит с Бхавой Радхарани, поскольку Радхарани не может позволить никакого даже тончайшего осквернения, тончайшей грязи Радхабавы в том, чтобы Махапрабху, и вот Махапрабху не может потерпеть никакого лицемерия. Сева должна быть совершенно очень чиста, что она за пределами нашего понимания. И поэтому после того, как он все очистил, он потом еще взял собственные бахирвасы, одежды, он протер все тщательно, чтобы никаких мельчайших следов грязи даже не осталось. И поэтому Махапрабху дал нам такой урок с Бхавой Радхарани. И вот Махапрабху хотел гьяна, он хотел это мусор гьяна, кармы, стремление к сиддхам и всему постороннему, он выкинул это все за пределы, далеко от Гундича Мандира, чтобы никакой ветер не вздул это назад. И такая чистота должна быть. И вот Гундича Марджана закончилась. И вот долгая история. Джаганнат постепенно. И вот как Джаганнат восходит на колесницу, это тоже отдельная история. Мы должны обсуждать эту Радха-ятру с различных точек зрения. И вот Махапрабху, он
И вот видел, смотрел, как Джаганнат забрался на колесницу. Джаганнат, Баладев, Субхадра, они тоже забрались на свои колесницы. Вот. И даршан Махапрабху в том, что спустя долгое время он испытывает, и вот в общем он испытывает огромное чувство разлуки с Кришной уже долгое время, и что случилось дальше, они узнали, что Кришна пришел на Курукшетру. Кришна пришел на Курукшетру, и вот они собрались принять омовение на Брахмакунде в Курукшетре, совершить ягью. И вот они узнали, вот эти гопи узнали, что Кришна из Двараки отправился на Курукшетру. Вот так или иначе, Радхарани никогда не... Ну, смотрите, Радхарани в Раджавасе, они никогда не пошли бы туда, даже если их пригласить множество раз. Но даже если послать колесницу за ними, все же Радхарани в Двараку бы никогда не поехала. И Лалита, Вишакха, они тоже бы никогда не поехали в Двараку, поскольку там все наоборот. Сидам, Судам, Васудам, тоже Нандабаба, и все остальные тоже бы никогда бы не поехали в Двараку. Хотя вроде они дружили, но все же не поехали бы. Они живы только потому, что они созерцают те места, где Кришна совершал свои лилы. И вот это место, где Кришна совершал свои лилы. И они, видя и вспоминая все это, они утешаются, они хотят обнять Враджадхаму. И в тот день, когда мы захотим обнять всю Враджадхаму всем своим сердцем, и в этот день мы, это будет успех, великий успех для нас, когда мы захотим обнять всю Враджадхаму и поместить пылинку с Враджа к себе на голову. Удавджи Махарадж, он оживлен в своих молитвах, он молится, чтобы хотя бы одну пылинку из Вриндавана получить на свою голову. Шрути, Смрити, они все стремятся к лотосным стопам Кришны, совершают аскезы. И это зовется Кришна-чаран. Ради стоп Кришны они совершают все аскезы. И вот все эти враджаваси никогда бы в Двараку не поехали, несмотря на все приглашения, поскольку их жизнь и душа — это Вриндаван. Их жизнь — Кришна. Хотя Кришна уехал в Двараку, все же они хотят видеть Нандана, Шри Кришну, хотят видеть Кришну в одежде гопа. И вот так или иначе, Дваракаваси не при... Они тут тоже во Вриндаване не приезжали. И Враджаваси в Двараку тоже не хотели ехать, и что же делать? И Кришна решил, хорошо. И вот Кришна решил отправиться в Курукшетру, это полпути где-то. Но все равно достаточно далеко, но...
Но эти ваджавасини на Курукшетру смогли бы поехать. А почему именно Курукшетру выбрали, это тоже долгая история, я потом объясню ее. И вот на Курукшетре решили они собраться, и в этот день было очень благоприятное положение звезд, был день солнечного затмения, и Кришна решил, что мы поедем и соберемся там, совершим ягью и все остальное. И тем временем все в Раджавасе, Нанда Баба, Ешудама, кто нет. Они пошли к Курукшетре. Они встретились со всеми. И вот они встретились. Эта встреча, она... Она такая шокирующая встреча, она задевает сердце до самых его глубин. И это чувство випраламбхи и чувство радости от встречи, это оно потрясает сердце до глубины, до самой глубины. И вот когда они встречаются с Кришной, они чувствуют двойную разлуку. Поскольку они знают, что могут потерять Кришну, вот только на 2 минуты буквально встретились, и потом предстоит разлука. И также они проклинают Брахму, который создал глаза, которые моргают. И вот гопи говорят, как мы можем видеть Кришну. Эти моргающие глаза не мешают, непрерывны. Даршан Кришны. Как мы можем непрерывно созерцать Кришну? Мы хотим созерцать Кришну непрерывно, а эти глаза, они постоянно моргают и мешают. И вот мы хотим, и слушая Харикатху, мы можем увидеть настоящую Радхаятру отсюда. И вот таким образом те в Раджавасе они пошли в Двараку, это полпути до пошли в Курукшетру, это полпути до Двараки. А встретиться с Кришной там было не так просто, множество всяких людей, охраны и прочего. Но когда они дошли до Курукшетры, Кришна не смог сидеть на одном месте. Он почувствовал огромное беспокойство, поскольку эти враджаваси, они привлекали его, притягивали своей любовью. Вот они пришли, и Кришна почувствовал, что что-то тут не так. И хотя Кришна... И вот они пытались как-то добраться до Кришны. И Кришна же не смог находиться на яге, почувствовал, беспокоился. И оставил ягу и побежал встречаться с Раджавасе. И вот он встретился. Яшода обняла его, поцеловала. И Шачима. И Шачима, когда Гауранга Махапрабху после того, как принял саньясу, пришел в дом Адвайта Ачарьи, Шачима пришла, она не могла видеть Нимая. Она плакала навзрыд. Она обняла его, поцеловала. О, мой сын, если ты будешь вести себя так жестоко, как старший брат, как я могу жить дальше? Нимай сказал, это тело я обрел от тебя. Я никогда не смогу отплатить тебе, о мать. Мое тело произошло от того,
я твой ребенок, я совершил ошибку, приняв саньяс, прости меня. И вот так он хотел попросить прощения у матери. И вот он сказал матери, что нужно найти решение, чтобы люди не критиковали меня за то, что... Встречаюсь с тобой, и чтобы ты не переживала так же. И в итоге Сачима сказала, если ты будешь жить рядом со мной, все будут смеяться, поэтому... А если слишком далеко уйдешь навсегда, я тоже не смогу потерпеть этого. Лучше, если ты будешь жить в Нилачалакшетре, это не так далеко. И все преданные Гауди, они постоянно ходят туда-сюда, и, по крайней мере, я буду слышать от них, как ты там поживаешь. И вот это такая материнская забота, любовь, когда Кришна встретился с Яшодой. Кришне уже было 125 лет, но все равно выглядит как 16-летний. Яшода все равно думал, что это мой маленький ребенок, и в этом из-за преполняющих ее чувств, она вот так вот думала о Кришне, что это ее маленький ребенок, хотя Кришне было уже 125 лет. Любовь, она всегда снисходит сверху вниз. И вот это Яшода думала, что Кришна мой сын, мой ребенок. Это огромное чувство любви переполняло ее. И Гуру Вайшнава, они также с помощью своей любви, они заботятся о нас, они привлекают нас. И Махапрабху, я сказал еще, что... И вот это, в общем, долгая история, когда Джаганнатх, он забрался на колесницу, царь Пратапарудра, царь Арисы. Он начал подметать дорогу перед его колесницей. Он подметал перед колесницей и обрызгал дорогу водой с чанданы. И Махапрабху видел, что это царь. Хотя он царь, но он подметает дорогу перед Джаганнатхом, как обычный дворник. И Махапрабху был очень доволен, видя смирение этого царя. Смирение — это очень важное качество, чтобы встретиться с Гуру Вайшнавами и Бхагаваном. И смирение значит бхакти, поскольку без бхакти смирение невозможно. Это как математика. Есть смирение, как тринада пи. И если есть тринада пи и смирение, то бхакти это должно быть. И невозможно, если его не будет, если у нас остаются такие божественные качества. Если есть бхакти, то и смирение должно быть. И Махапрабху очень был доволен, видя царя Пратапарудру. Этот царь Пратапарудра хотел встретиться с Махапрабху, но Махапрабху, он идеализм, олицетворение идеализма, поэтому он не встречался с царями, богатыми людьми, женщинами и прочими такими. И вот здесь говорится, что лучше выпить яд, чем смотреть с наслаждением на женщин, царей и прочих наслажденцев. Hello.
те, кто находится вот это, в общем, для тех, кто находится в отреченном укладе жизни, те, кто приняли отречение, они не должны смотреть на женщин с наслаждением. Они должны смотреть на них как на матери или как на дочери. Иначе Шрила Прабхупада, как ему давать дикшу женщинам, Шрила Прабхупада благословила. И мы должны понять значение этой, внутреннее значение этой шлоки. У нас не должно быть, мы не должны смотреть на них с наслаждением. И вот Махапрабху не хотел даровать ему свой дарша, но вынужден был, поскольку огромная любовь царя Пратапаруды. Махапрабху, в соответствии с описанием бхакти, это бхакти, оно может привлечь Кришну, как магнит притягивает железо. И также бхакти этого царя Пратапарудры, оно привлекло Махапрабху к нему. И вот Махапрабху, он идеализм нашего Гаудия Бхаджана, и в то же самое время Махапрабху, он контролируем бхакти с преданностью. И вот царь не мог жить, не получив даршан Махапрабху. Он, и Махапрабху не мог дать даршан, что же делать? Какой баланс? И великие преданные, как Сарвам Мадхачарья, Акаши Мишра, Гопинатхачарья, они решили, что же делать, что, как сделать, чтобы и царь жив остался, и Махапрабху не нарушил свои обеты и идеализм. И в итоге они решили, что Махапрабху танцует перед Махапрабху, он танцевал перед Джаганнатхом с бхавой, с чувством, и после этого долгое время Радхарани Гопи они обрели Кришну внутри Вриндавана, в этом их чувство. И это чувство никто не мог понять. Только Сваруп Госвами понял. И случайно в тот год Рупа Госвами Пад был там. И когда Махапрабху плакал, плакал, значит, и его слезы, они катились подобно, из его глаз, подобно фонтану. И люди, которые вокруг находились, они становились мокрыми от его слез. И вот так вот Махапрабху плакал. И после этого он смотрел на Джаганнатха. И Махапрабху, он и вот он, Махапрабху, говорил, я практически умирал от разлуки, но все же Кришна, он пришел во Вриндаван. Это очень обширная тема. И Махапрабху, он также выражает это чувство, как Радхарани, она отправилась на Курукшетру. Встретиться с Радхарани не так просто. И вот Радхарани с Гопи где-то в саду на достаточном отдалении ждали Кришну. И вот Кришна встретился со всеми родителями своими, Враджавасе, друзьями, и пошел встретиться с Радхарани и Гопи. Это было
большое испытание в жизни Кришны, как он может встретиться с Радхарани, как он может сдержать себя и сдержать ее чувства, как найти баланс между всем этим. Это практически невозможно, но все же Кришна, он Кришна, имеет какую-то силу могущества, и вот он пошел и издалека. Он подошел к нему, к ним и сказал, и они, эти гопи, сказали: ты знаешь, ты наша жизнь и душа, но все же ты нам приносишь столько боли в этом твое поведение. Ты знаешь, что ты наша жизнь и душа, без тебя мы не можем жить, но все же ты принес нам столько беспокойств, столько страданий. Радхарани тоже жаловалась, но с любовью, это было проявление ее любви. Она не обвиняла его в чем-то, просто рассказывала о своих чувствах, о своих переживаниях. Это проявление любви, премы. Према может быть проявлена различными способами. И путь премы, он подобен зигзагу, как змея ползет даже в материальном мире. Можно видеть, что это отношение между возлюбленными очень часто сильно запутано. И вот Радхарани явила такой трансцендентный гнев. И в шастрах мы знаем, что путь любви, он подобен зигзагу. Ахе рива, ива значит, что подобно движению змеи, и это путь любви. Если построить график любви, то вот будет похож на зигзаг, но не прямой. И вот здесь в Расашастра говорится, запутанный путь любви, невозможно просто так понять. И вот это такой запутанный путь вража премы очень запутан, сложный его просто так понять. Радхарани хочет обнять Кришну и в то же самое время прогоняет его. Говорит, чтобы он уходил прочь и не появлялся. Но это значит совсем наоборот. Значит, он спрашивает, зачем ты ушел, оставив меня, что ты нашел в этой двараке? Это очень глубокая философия. И так или иначе, Махапрабху, он дал, вынужден был дать свой даршан царю Пратапарудри. И вот преданные рассказали, что Махапрабху будет тащить колесницу, потом он остановится, он пойдет в сад, и там поблизости, в Джагнадвалабхуде, он там будет отдыхать какое-то время. В это время царь может прийти к нему и увидеть его. Шрила Бхакти Лапчита Гасай Махарадж, Бхарати Махарадж, они были там. И вот во время Радхаятры, и вот я однажды пролез прямо в колеснице. Ну там давка большая, нужно смотреть в оба, чтобы не наступили, а то затопчет. И вот таким образом. Finally, enter into the garden.
И вот Махапрабху, после того, как они тянули колесницу, то остановилась на какое-то время. Махапрабху пошел отдохнуть в этот Джагнатх Валабхудир. Там дул прекрасный ветер. И преданные они... Сказали царю, что сейчас можешь встретиться с Махапрабху, пока он спит. И вот этот царь оделся как нищий и пошел встретиться с Махапрабху. Поскольку по милости, по благословению Махапрабху можно, по благословению преданных, можно встретиться с Махапрабху. И вот он пришел и произнес эту шлоку из Раса Панчадьяя. И вот он массировал стопы Махапрабху и произносил эту шлоку. Махапрабху с закрытыми глазами спросил, кто ты я. Ты произнеси эту шлоку. Я очень восхищен этой шлокой. Я не могу тебе ничем отплатить, да я хотя бы обниму тебя. И вот Махапрабху обнял его, но с закрытыми глазами было. И когда и Махапрабху спросил, кто же ты, столь милостив пришел и дал мне такую радость, произнеси эту шлоку, мне нечем тебе отплатить, я бедный саньяси, лучше я обниму тебя. И после этого Махапрабху хотел, явил ему шестирукую форму свою, но не каждый об этом знает, но в какой форме. Не каждый, не указано. И Махапрабху сказал, когда обнял его, Махапрабху сказал, чтобы то, что никому не рассказывал о том, что он увидит. То есть Махапрабху с одной стороны был без сознания, почти с закрытыми глазами, когда убил царя, с другой стороны явил ему свою шестирукую форму и сказал никому не рассказывать. И вот Радхарани во Вриндаване тоже жалуется Кришне, что ты наша жизнь и душа, но все же ты столько проблем и страданий нам приносишь. Иногда ты посылаешь Акуру, от него одни проблемы, или посылаешь Удава. Тот тоже бестолковый. Удав, он пытался что-то рассказать нам о том, как медитировать на Кришну, видеть Кришну везде, что он пребывает в пяти первоэлементах внутри нашего тела и снаружи. Но эти гопи, они не какие-то йоги-гьяни, что они будут медитировать на лотосные стопы Кришны, это глупо. Все смеяться будут над его учением. Ты не понимаешь, что гопи, они... Ты дал совет гопи насчет таттва-гьяны, как отвлечь ум от материи и прочие вещи, но наш ум всегда привязан к Кришне, мы не можем забыть твои лотосные стопы. Но ты через Удаву рассказываешь, как отвлечь ум от материи, но наш ум, он не в материи, он всегда полностью без остатка размышляет о твоих лотосных стопах. И поэтому
учение Удави о медитации, о отказе от материи, оно глупо. И вот сейчас ты говоришь, что ты всегда с нами, думаешь о нас, но мы хотим обрести тебя здесь и сейчас. Мы хотим, чтобы ты был с нами, Радхарани говорит. Материалисты, то, что у них на уме, и то, что они говорят, делают и думают, все разное, а у меня, мое сердце подобно Вриндавану. Мой ум, он есть Вриндаван, Радхарани говорит. Материалисты, их ум и тело, они материальные, но мой ум, мое сердце, оно есть Вриндаван, и там никого нет, кроме тебя, Вриндавана. Я могу открыть свое сердце и показать, что там нет никого, кроме тебя. Вриндаван и мой ум не отличны друг от друга. Если ты вернешься к нам во Вриндаван, и тогда мы будем довольны. А то, что ты пришел в царской одежде с слонами, лошадьми, кучей людей, нам это не нравится. Мы хотим видеть тебя в одиночестве во Вриндаване, где кроме простых животных, птиц, никого нет. Там течет Ямуна. Мы хотим отправиться туда. Здесь один хаос от этих царских условий. Нам здесь неудобно. Если ты благословишь нас, то тогда, пожалуйста, приди. Если ты вернешься во Вриндаван и останешься с нами, мы поймем, что это твое полное благословение, иначе нет. Кришна, он пытался всячески утешить, приводил множество аргументов, но перед Радхарани он не смог ничего сделать. Он был снесен потоком любви Радхарани. И вот в шастрах говорится. И вот какова Баба? Шри Чайтанья Махапрабху. Приёха Свайам Кришна, Шакхи, Приёха Свайам Кришна, Сахачари. Сам Радха, Са Ахам Радха, Тадидам Сангама Сукхам, Татапи Антаха, Хелат Мамо, Мадхура Мурали, Панчава Джуше, Калинди Пулина Випинайва, Сприхаяти. Follow. It's very secret darshan. Приёха Свайам Кришна Сахачари Курикхатта Милито. Приёха Свайам, О Шакхи. О Сакхи. Это тот же самый Кришна, который встретилась с ним на Курукшетре. И здесь Радхарани та же самая. Но все же я не чувствую того чувства. Ша Ахам Радха.
тадидам сангама сухам. И когда мы встречаемся друг с другом, мы чувствуем радость, но все же это не то. Это не то чувство, которое возникает во Вриндаване. Я хочу быть во Вриндаване с Кришной. Если я успешно в том, чтобы увести Кришну во Вриндаван, это будет настоящий успех для меня. И вот Махапрабху. И Махапрабху думает, что сейчас, спустя долгое время, я наконец-то смог увести Кришну назад во Вриндаван. Там не Лачала, а там Сундара Чала, в этом сокровенная Бхава. Калинди пулино випинайо спрехаяти. We like to get same Krishna. Мы хотим обрести того же Кришну. Нанда наши Кришну, играющего на флейте вамши. And he can play on Bansi. We like to see Krishna there. Мы хотим видеть Кришну там во Вриндаване. Хотя Кришна тот же самый. Но Мадхураса — это великолепная Враджараса. Она возможна только внутри Вриндавана. Это очень обширная тема. Я хотел рассказать что-то. Ну, как же это все выразить, это чувство, это вопрос чувства, а не слов. И если я буду успешен в том, чтобы вложить какое-то чувство в ваше сердце, то тогда вы, несомненно, обретете благо. А я достигну успеха в своей проповеди. No time to do kirtan. What to do? No time to kirtan. Already late. You know what to do? I wanted to sing some song. You know, Jaya Jaya, Jagannatha Sachira Nandana. Okay, someday I can sing.